9 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с вице-губернаторами, заместителями председателя правительства Московской области, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов. На нем он озвучил ряд мер, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции. В частности, он заявил, что с 11 ноября приостанавливается возможность проезда в общественном транспорте по социальной карте для граждан старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Напомним, что в соответствии с ранее вышедшим постановлением губернатора, со 2 по 15 ноября включительно, граждане в возрасте старше 65 лет, а также лица, имеющие хронические заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Наши действия очень вдумчивые, основываются на том, что врачи говорят нам о наиболее сложном протекании болезни именно у этой категории граждан. И несмотря на эти вынужденные ограничения, мы идем на это для того, чтобы ни в коем случае не допустить дальнейшего роста госпитализации. Другое временное ограничение, которое начнет работать со следующего понедельника, коснется студентов подмосковных среднеспециальных и высших учебных заведений. Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же, как и высших учебных заведений. То есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение. В Ленинском городском округе это коснется Московского регионального социально-экономического института и структурного подразделения Ленинский профессионального колледжа Московия. Для сотрудников этих учебных заведений новые правила сюрпризом не стали. По опыту весны и лета мы готовы. Я думаю, что на 100% материально-техническая база у нас позволяет. У ребят есть возможность выходить в режиме ВКС-связи на уроки с преподавателями. В дистанционном режиме проводить онлайн-уроки. Учебный план выполним обязательно. Предпринимаемые меры направлены на снижение темпов распространения коронавирусной инфекции.